Всем привет, с вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 21 сентября, собираю по-прежнему томаты. Вот сейчас уже собираю все зеленые, больше не оставляю. Я вот вам обещала показать Казанова, до каких пор. Казанова до сих пор зеленые кусты, они спеют помаленьку. Много еще томатов, которые я не успела обобрать, но это будем зелеными собирать. Я буду в подвал ложить на дозаривание. Хочу особо остановиться на петруше. Вот петрушу сегодня последний раз обобрала. Смотрите, какие у него зеленые кусты. Несмотря на то, что были морозы, вот это действительно выносливый, сибирский, такой холодостойкий томат. И про него можно сказать, что он выдерживает продолжительные периоды похолодания. У нас ночью было 3 градуса, днем было 8-9. Стояла неделя такая холодная. Потом ночью было минус 2, а днем было 4-3 градуса. Это вообще был жесточайший такой холод. Петруша огородник, у него из-за того, что листья, вот сейчас подойду, такие толстые, мясистые, у него даже цветки не замерзли. Он, видите, он все собирается еще, но это, конечно, уже все будем выдергивать. Но дело в том, что я обещала показать поздней осенью, вот сейчас уже заканчивается сентябрь. Петруша все еще бодр, он так выглядит хорошо, у него зелень такая свежая. Это очень выносливый сорт, и вот здесь... Даже те томаты, которые я на дозаривание собрала последние, видите, никаких ни черных, ни больных. Все томаты такие, как выглядят хорошо, несмотря на то, что это последний урожай. Уже, казалось бы, остатки роскоши, но все, и главное, крупные, сильно мелких нет. Вот это петруша-огородник, который до самой-самой зимы, можно было бы, конечно, его еще оставить, но мне уже потом некогда будет, я потом возьмусь... работать с письмами, с заказами. Я хочу сейчас до 1 октября все снять. У меня 29 сентября день рождения, и до этого дня я стараюсь весь урожай убрать. Это у меня как уже многолетняя такая практика, что потом плохая погода, потом начинается простуда, если работаешь в огороде. Все, вот это краткий обзор петруши огородника в самом-самом конце сезона. Он выглядит так же хорошо, как и весной. Все, до свидания.